Не успев закончить молот Тора, мы начали съемку нового видео. На этот раз мы решили сделать перчатку Таноса. И не просто сделать, а отлить ее из металла, сделанную нами форму. Литье для нас дело новое. Поэтому, погуляв по форумах и почитав про литье металла, мы узнали, что саму форму можно сделать из воска. Найдя старую свечу, мы ее разогрели в теплой воде и приступили к изготовлению самой перчатки. По ощущению, теплый воск как пластилин. Единственный минус — это то, что он очень быстро застывает. Итак, по итогу у нас получилась вот такая форма перчатки. Теперь нужно сделать саму форму для заливки металла. Ее мы будем делать из алебастра. Также можно использовать гипс. До самой заливки алебастра нужно установить литейник. Это то место, через которое мы будем заливать раскаленный металл. Для этого нужно, так как на видео, нагреть горелкой гвоздь и вставить в нашу форму перчатки. Теперь можно заливать алебастром нашу форму. Спустя 12 часов форма застыла и имеет вот такой вид. Теперь наша задача состоит в том, чтобы выплавить весь воск из формы путем нагревания. Делать это мы будем бензиновой горелкой. Уже через 10 минут в форме не осталось ни одной капли воска. В качестве основного металла для перчатки мы будем использовать алюминий. Была бы у нас хорошая газовая горелка и хороший горн, можно было использовать медь, чтобы перчатка получилась желтого цвета. В процессе плавки металла форму поставьте рядом, чтобы залитый металл не застывал преждевременно. Итак, алюминий расплавился, и мы приступаем к заливке формы. Температура металла настолько высока, что буквально кипит. Теперь можно остудить форму и посмотреть на результат. Аккуратно разламываем форму из алебастра и достаем нашу перчатку. Что ж, как для первого опыта с литьем металла, вышло неплохо. Теперь изделие нужно зачистить и навести тонкие линии. Также нужно сделать углубление для камней, которые будут украшать перчатку. Сами же камни клеим на суперклей. В конечном результате у нас получилась вот такая перчатка Таноса. Неаккуратность формы, конечно же, сказывается на качестве изделия, но в целом результатом мы довольны. На этом все. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы первым смотреть новые видео. Всем удачи, всем пока!